Президент России Владимир Путин приехал в Крым. В Ялте он проводит расширенное заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации. Участники обсудят задачи, поставленные перед главами субъектов указом президента от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Наш корреспондент Айше Шулакова сейчас там. Айше, здравствуйте. Расскажите, что происходит в данный момент. Ассаляму алейкум, студия. Мы сейчас находимся в пансионате «Мрия». Здесь собрались руководители всех субъектов Российской Федерации, чтобы отчитаться перед президентом России Владимиром Путиным о реализации его так называемых майских указов. Заседание Президиума Госсовета России уже началось. Сейчас участники отчитываются о проделанной работе. В таком формате, вот, неформальной обстановке заседание проходит впервые. Если ранее президент России обсуждал реализацию майских указов на уровне правительства, то вот с главами регионов такое обсуждение проходит впервые.